Здорово, господа, с вами Продагибатор Нео Папа, и сейчас будет мегагостовский прошлый гайд по игре Dota 2 мод AR. Сейчас посмотрим, что там будет. О, видите, снова друид. Нечер против. В прошлый раз у меня пивовый получился гайд, сейчас в этот раз будет более-менее нормальный. Так, попробуем деревья раз качать, вот этот первый, а вот этот попробуем много качать. О, смотрите, окей. В общем, ребятки, сейчас будет гайд на ебатовского героя, пивовара, это с первой доте, тут он называется Бривмастер. В первой доте это пивовар, так, чуваки, качаем ему. Сразу, конечно же, первый скилл. Это такой топот. Да, что я ему, я уже не помню, что я ему собирал, но я собирал нормально. Так, вот эту купим скиллку. Так, ну вот эти не будем брать, а купим. Конечно, Tranquil Boots купим. Я вот эти вот. Не хочу покупать, куплю Транквила, они мне брони добавят, ну и скорости, регена здоровья, ну все дела. Сейчас посмотрим, собирать что будет, нам надо на хп, на броню, чтобы мы крепкий герой были, да? Вот видите, нам советуют усилок по ситуации. Но я его не буду брать, я вообще, сейчас посмотрим, да? Что за герой? Меку нам надо, вот лич будет меку, да? Если лич меку соберет, и мы меку соберем, будет в принципе нормально. Так что я, скорее всего, буду ему меку собирать, а потом... For you and for you. Так, ну блин. Как это он только подключился и уже, блин, ливнул. В общем, соберу ему меку. Ну, мы на ауру сейчас соберем меку и вот эту вот штучку. У нас будет, короче, хорошая аура для Тимы. Хотя, видите, мы тут один ДД, в принципе. У них пусть кара пасит, но он нам не страшен. Пусть кара пасит, вон опасен, луна опасна у них. Пусть кара не луна, этот бау у них опасен. Ну я писать не могу, видите, херня, блин, 2 часа осталось. Че ему бывает и мом собирал этому коту? Даже нет, сейчас. Так, берем вот эти две штучки. Чары, не видите? 30 seconds to battle. Ладно, пофиг. Так, на том, блядь, смотрите, что же творится, а? Ували. Да, этот пошел. А, он вон, блядь. Ну хват, блядь, то видите, надо по-любому наверху быть вдвоем, потому что друид в лесу. В лесу должно быть три героя. Нет, сука, он мне все сбил. Три героя, потому что друид может легко выйти из леса и загадку. Ну, либо найт, если в лесу качается, по-любому надо натопить, и чтоб мы втроем были. Ты че, хорошо ганали. Мидер придет и Найкс, если выйдет уже, нас четверо, мы спокойно можем любого сбить. Ну или Акс в лес идет. Поэтому я иду на то. Yes. У нас сразу видите 4 брони. Что очень нехило так добавило. Да,
еще не кило, она кутает. А скуда за надо? Так, давайте, нахуй. Надо выйти. Вот здесь. Просто шо? Плохой лапит, наверное, будет. Абсолютно. Ну, это, блин. Это ультан. I'm beating my cops. Это первый килл 300 дамага. Майсуки хорошо дамажит. Yes. Луна это опасный герой. Вот. Ой. Да, блин. Top me up! Давайте подождем. Так. Давайте, встретимся. Вообще второй надо разочек. Разочек он замедляет 14%. Дальше он уже там по чуть-чуть увеличивается. 45% шанс промаха. Дальше его смысла нету качать. Ну потому что если мы третий будем макать, то нам уже будет. Плюс нас наш третий, смотрите, 25% промаха и 46% это будет супер. Короче, по нас не попадут. Каждый третий удар будет попадать туда. Я раньше бывает, он неправильно типа качал, да? Так, второй бывает максимум, да? Третий вообще не качал. Ну то тупо, ну тупо. Второй на раз, хватит его достаточно на раз. Он не увеличивается сильно. Вот, ну видите, хорошо дамажит. Это типа первая луна, да. Ну, много как. Первый, это наш один дамажит сил. Ладно, да, у нас хватит сила. The spirits move. У нас для вас хватит сила. Эй, Параллело! Just a bit tipsy. Your bottom tower is under attack. О, первый крит, наконец-то. Yes. Ну а первый по-любому, Макс, вот смотрите сколько. Смотрит, 175 уже, там 300 будет без замедления, 55%. Да, атаки, замедление, передвижение. Да, по 55. Ну ладно, пусть живет. Смотрите, как он ходит. Что-то у него такой сильно много. Куда за надо? Мостер Шоу. Your middle tower is under attack. Давайте сапог купим. What's this? До Барыгина, наверное, не скоро прибежит. Так, I can't смотри. Run it over. Вот, да, смотрите, она на область даже кидает. For you и на точку, а на область. О, где-то кто-то на меду был, сейчас посмотрим. Ага. Есть. Ну, значит, один. Бон, да? Ой, не бон, а каша. Она сейчас может где-то тут вылезти. I'm beating my cops. Давайте, откуда я. Бегаем за топором. Опа. In a straight line. First blood. О, еще наш ПБ. Feel death's cold embrace. I trundle off. Так, ну, главное сейчас не сливаться, мы хоть не сливаем. Onward. Ну, котом этим трудно слиться, bottom честно. С него третьей move. Пассивкой, с его ультом, это трудно сливаться. Сейчас мы его... Over there. Трудно слить этого кота. Yes.
что-то из-за рулика сделал. Матрицы вышки почти нет. Там тут пушат, там тут вот. I'm under attack! Нет, страх, это рыжий, да, вот Акаша. Я ведь даже написать не смог, уже слили кого-то, но я написать не смог. In a straight line. Там дальше нам будет их тяжелее. Да, блин, два крипа, ну... Ну, видите, мы ждем Нидерман, а он туда. А, блин, вы видите, сейчас смотрите, в лесу стоит и стоит, а как? Так. As good as another. Dire structures are fortified. Давайте попробуем. I'm beating my drums. I suppose. Смотрите, что произошло. Так. Купим за 300. Оп. Ждем нашего сюда. Меня, короче, чуть ли не слили. Да. Вот наш мидер пришел, похоже, да? Yes. Most assuredly. Мидер лично. Let's celebrate with another round. Да, качаем, конечно, эту. I'm beating my пойдем. At the moment. У нас никого нет, у меня тоже сейчас достанет. Да пошли вы нафиг. Я. Ну, видите, нету тракты. Да, блин. Лично меку собирать, но мы тоже будем меку собирать. Если были Транквил Бутс, меня бы не слили, я по-любому подхавался, не поеду. Yes. Так, давайте веточку возьмем, веточку, там будет ХП решить. Решить может бой. Так. У нас скорость, видят, 390 с этими, а без них у нас была поменьше скорость. Ну что, сделаем отвод, попробуем. Вот здесь. Кто там, кому там отвод? Или ногу? Ну нахер он ему надо. Эй, Брандл О. Повар Сапор. А, там... О, видите, он такие зоны все играет. Молодец. Можно шоу. Да, культа. Начнем, конечно, ульт. Возьмем сразу же вот эту вот. Оп. Базил. Я его отключать не буду. Пушаться. Оно тяжелее добывать, когда в крипов. Броня. Вообще хорошо. О, дал он нам МП. Да. Так, надо отвод сделать. Ну, я подпевую. Да на меня не так хоть и догонит, меня пробовать. Ну, ч
что она будет меня пользоваться. Меня промах. Мало слить. Так, возьмем мун талисманы, потому что 312 нам МП надо скопром смотреть. 150. Ну это 50 и уйдет 25. Нам не хватает маны. Так. Давайте, наверное, возьмем мун талисманы. Да и хватит. Так вот, где наш угор, идем. Ладно, идем на топ. На угора не будем смотреть. Так, набираем. Я еще нам талисман взял, да? Ну ладно, хватит и одного. 390 маны. Собираем. Вот эту штучку, да? На дороге, на 800 стоит. Это дешевле, 800. Плюс-минус. А что, инвиз или что? Я там ничего не случилось. Смотрите, слил. Ну, говоришь, он может это зарешать. Нормально собирает. Собирает. Вот, ну да, и прокачивает правильно прокачивает. Так, эрка, надо все держать на готове. Ну, вангард, конечно, мы его не будем собирать. Так, для нубов. Это для тех, кто... Это тар для тех, кто играть не умеет. А ну, новички. Для новичков, да, вангард. Новичкам, да, вангард пойдет. Ну, мы не новички, я уже не новичок, поэтому я меку буду собирать. Ходим с Огром. Огром это вообще танец, и мы топот. Замедление. Там у нас двойное, кстати, что замедление. Вот, смотрите, мы сейчас слушаем их. Ладно, надо уходить. Блин, надо не будет добивать. Так, у нас уже колечко есть. Абсолютно. Идем с Огром. Там фармит. Ну не понятно. Там, похоже, фармит. Сейчас нам МП даст. Так, где свиток на меку? Ну, мека норм, по-любому будет норм. Ну, две меки тоже норм, это сколько раз можно похитить. По 300, короче, вдвоем можно хорошо похитить. Паем. Ну, смотрите, да, у меня пульт. Вот ульт. Вот пульт. Да, пайп можно, конечно, да. Ну уже все, мы меку начали собирать, потом поэтому какой там пайп. Пайп уже не катит. Давайте мы вдвоем бежим.
Я пайп, наверное, не буду, я лучше соберу на Уродный паучку вообще, он может снизу вообще не уходить, он собирает. Да, нет, мы решаем дальше кушать. Так, Кира, я прямо Решальщик. Сейчас встанет, мы потом что-то сделаем. Не, ну... Spirit move. Давайте, Кура, пусть пройдет. I'm beaten by... Вон, за Огром, за Огром. С Огром вообще хорошо тут, видите. Стан, я топор. И замедление. Вот видите, вот так вот правильно его будет прокачивать. Вторую я говорю, один раз для замедления всего. Для промахов 45 и замедления. Больше ее не надо. Лучше третий. Третий нам больше третий дает. Я видел по-разному, да, я сам раньше купил. Второй бывает полностью качал, бывает его вообще не качал в принципе. Но его разок хотя бы качнуть и все. О, смотрите, коцает. У меня брони 12, уже почти ничего не получаю. Где он уже наш Огар? Давай, Огар это наш. Блин. У нас тут Кавлича есть. Давайте тут этого, вот. Так, надо похилить. Ну, видите, она, блин, на меня ульт кинула. Кинул ульт, два ульта, я ничего не смог. Не похилить, не ульту свою сделать. В принципе, тут вот повезло ему. Смотрите, что у нас на нету. Смотрите. Мурага, это паук, когда под ультой похоже, да? А кто его уже солирует, что он смотался в эти? Еще его изразили. Давай, свой барак нанеси по мне. Так, ладно. Вообще, тут хорошо ему еще собирать вот эту штучку, да? Дома. Не знаю, стакается или нет. Но промах ему хорошо собирать. Так, давайте уже Владимир добираем. Владимир тоже хорошо. Это аура для крипов. Крипы отжираются. Хороший пуш. Владимир и Мека это очень хороший пуш будет. Так, все, ауры, крипы сильные становятся, их тяжело слить будет. Ну, вот здесь в день 4 единицы здоровья в секунду. Это хорошо. Сколько брони добавляет? Чина на 2. Так, где наш Огар? Я не вижу его. А вот он. Давайте с Огаром. С Огаром вроде что-то шарит, как играть. Ну, вроде шарит, более-менее. Да, главное, чтоб меня в ульт не взяли. У меня захилка есть, все есть. О, ну я мог бы там... Так, Владимир, ну давайте кинем. О, мультикарт. А, меня в сон. Да пипец просто, вы видели это?
Да, блин, на моих где-то, я не знаю. Ну ладно. Ну хоть тут на несколько смысле. Да, самый главный барак это вот этот, по-моему, да, он еще добил, да, добил, хорошо. Ну, его не остановить, это уже у них по его минус герой будет. Они уже пятером не смогут бегать, он не пронесся. Вот тут спокойно их стоять на месте. Короче, тут вот текстура, этот Брудмазер, спокойно себе тут парни появились, и убивает. Они уже его ничего не делают. Да, давай. Опа. Штучка. Бежим с Огромом. Вот видите, Огром вроде более-менее нормально играет, шарит. Да, да, он тпкает на ней, на мид. Мы пойдем пешком. Так. Ну, блин, надо было ультануть мне. Еще ни разу не ультовал. Так, дальше что собирать? Ну, ребра у нас 4 брони, как тоже не сильно охота. Ну, а эти тем более тарас, куда можно тарас. Давайте, Огром. Огром 1600 хп. Вот сука. Ну вы видите, я вам полез. Ну и где наши? Ну да, он кинул, молодец. Короче, дебилы, блин. Дебилы. Я думал, я ворвусь, они тоже где-то ворвут. Кого вот туда побежал. Вот тут вам и бабы. Вот вам и врыв в пабах. Это называется врыв в пабах. Позади была вся тима, я ворвался, блин, они на морозе, как ничем не видели. Я же говорю, поэтому лучше сейчас держаться сзади. Пусть сами они врываются, а потом уже помогать, чтобы придурки они... Они придурки, я же говорю. Ну вот такое, вот сам ворвешься, типа, они, блин... Им по барабану побежал куда-то сюда дальше. Так, давайте на хп сошли вот эту, соберем вот эту штучку. Сенч, она нам промахов добавит. Вот эту вот. 25%. Пайп, ну, можно пайп, не на нафиг. Смотрите, минус 2. As good as another. Ну с кем бежать? Мечом. Я не знаю. Yes. Да, сейчас на меня ульту и все. Эти придурки, да нахер, эти придурки ничего не собьют. Я пойду фармить их. Да, у них ни станов нету, ни тебя нету. Да я не пойду врываться, а тут... О, смотрите, иди ты нахер. Я не успел, видели. Ну снова, какой раз. Иди, сугар, придурок, ковар. Да не добьет он уже ее, когда в него мало хп. Да, блин. Из-за дебилов просто сливает. Я пойду в лес фармить. Ну и нахер прям в капу. Смотрите, что он тут бегает. Фармят, фармят.
Они видят, что на меня ульт кидает. Нет бы помочь, стана дать. Нет, дебилы, блядь. Уже с какой раз? Давай, пошлите они бы нахер, придурки. Идем фармить. Пока есть возможность, идем фармить. Снова на мид идти, чтоб опять эти дебилы где-то в стороне стояли. А меня чтоб слили. Да нахер, нахер. Спасибо. Слушай, сраные, ну пусть они сами там разбирают, я уже не. Сколько ж можно? Янка вообще хорошо бы. Я уже буду фармить, пока они не раскачаются и сюда к нам не вылет, не вынесут нас. Я жалую, да, монах, как бы Тима. Снова идти сюда. Да я им ничего не могу сказать, дебил, что, блядь. Видите что? Придурки. Что они там творят? Ждут, да, что я пойду. Зайдите нахер, придурки. Сами играйте. Вообще, наверное, сошу я что-то беру. Мормарт. Смотрите, когда день, зажимаем shift, нажимаем так, раз, так, два, вот тут уже появится, так, три, и тут появится, так, четыре, пять, все, он уже сам пусть бегает, пластик. Наставил. Видите, он сам уже бегает. Ооо! Я так и знал, что они так его. А, этот Витя не доставил сюда. Второго тоже сливает. Ну, я говорю. Меня нету, тоже не на меня все сливали. Теперь они сливаются, придурки. Ну. Что говорить? Ну все, ночь не, а ночью так уже не получится. Что за игра? А вот этот, наверное, лич. Блять, через раз кидает. Чё ты маячишь, придурок? Смотрите, маячишь. Не, я тебе их оставлю вверх. Не трогай их. Сейчас пойдем вверх, короче. Что там он написал? Армия не надеет. Тебе. Я дам тебе. Так, фармим, фармим дальше. Нам оно нафиг не надо. У них, конечно, герои хорошие. Смотрите, они уже вкачались потихоньку, пока мы не смогли снести. Пока эти дебилы что-то бегали, смотрели меня, пока сливали. Смотрите, да, приняли, приняли. Я же говорю, там приняли, они быстро принимают. Один, если туда кто-то идет, там сразу сливает. Там они сразу сливают, долго не думают. На них же разбежались мы. Ого, ого, пришел. Наконец-то он пришел, да. Вначале он как раньше делал. Че он, когда мы мид пошли, че он так не делал, как раньше? Стан не давал дебила. Бегал где-то. То вниз пошел, пока меня сливает, то еще что-то. Ну
пусть идут еще, посмотрим, как они идут. Я буду дальше ваши яши разбирать. Заберем дальше. Так, оно пойдет оно так, на Shift A. Shift и A. Видимо, через подачу, так. Потом сюда придем. Так, вот тут крепы появились сюда. Сюда. Да, видите, агрятся. Ух, опять точно поставили. Буквально. Да-да-да-да-да, мурах. Смотрите, мурах этот. Да, Ускар уже собрался. Да, ну блин, тут мы не навряд ли что-то сделаем. Нет, так. Ну едешь уже, зачем ты его подсветил? Видите, светит. Уже все светит, раз. Так, хватает, не хватает, ладно. Нет. Ну они быстрее фармят, они на них качаются, на нас качаются. О, да ну блин. Силок, да ну блин, да тут мы, наверное, проиграем. Проиграем, пожалуйста. Мне так кажется. Снова шифта. Шифта. Так, тут появится, я думаю, сюда шифта. Да. Кружок сделаем. Я говорю, я не хочу. Будем дефать. Если они, блин, не идут сносить, будем дефать, значит. Что еще остается делать, если дебилы не идут сносить? Я буду ждать, пока они придут к нам в базе. Дефать. Врываться, да ну зачем? Во, видите, что происходит. Spirits rising. Тут Саша Яша, она добавляет и скорости ж подачи, нас быстрее мы бьем. Все дела, так что скорость бега, скорость подачи, ну там много она чего дает. Что стоит ее собирать? Out of my way! Shift, а, опа. 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 Атак! Смотрите по фрагам, 27-18. Мы вели вообще по фрагам. Так, будем вот эту штуку собирать. Вот это, я думаю, этот талисман за 1800 накопить было бы хорошо. Сейчас смотрите меня сюда. Ну да, вы видите, тут ультами попробуй. Сало, вся херня. И мои дебилы, они никогда это не понимают. Давайте фармить дальше. Я не могу. Мы за них проиграем. Например. Я
Есть время фармить, что игра такая есть. Дают фармим. Откуда ты еще в это время наши люди? Видите, как мы с Сашаяши намного все стали бить. Бух-бух-бух. Во, пошли, пошли, пошли. Ну и что толку? Ну и что толку? Я говорю, толку. Но я пошел бы, ворвался, дал бы топор, все равно он бы убежал. А заварю, я не пойду. Так, давай, сейчас все-таки по мелочи. Мы и так распаримся потихоньку. Во, нам помог этот, да? Если вы видите ваша тима, как сейчас моя, она никак не делает, тупо выходит, и они ворвались, да, они, блин, не видят никак, не понимают, что там ульта у них, что ли, ничего не сделают. Он как когар, он убежал просто, я вроде просто так ворвался. Мне больше всех надо. Идите лучше сразу в лес, фармите кофе на них, на дебилов. В пабах так оно и есть. Зато они сейчас вот без меня, смотрите, как они его разыграли. Так. Ну они просто линии пушат и все. А те себе спокойно фармят. О, видите, он пушит линии. Нахер он пушит ее. Кучный, конечно, гайд получился. Ну да, пофиг, я говорю. Такой днище тимы могла быть изи игра. Ну блин, ну тут изи игра не получилась. Потому что они же, блин, преимущество какое у нас было. Они, блин, потеряли, придурки. Да еще я понадеялся, что вроде норм тима, сейчас я первый ворвусь, когар сзади даст стан, он дал стан. Ну да, ладно, давай переходим уже наверх. Ой, перешли, идите нахер. Идите нахер, вместе, блядь, идите сами по низу, смотрите, придурок еще, советую по низу, дебила кусок. И что мы там по низу сделаем, там две вышки стоит. Наверху или на меду одна вышка. О, все-таки правильно, хоть что-то шарит. Не, ну фигово, когда звук выключает, нельзя им сказать хоть что делать, дебил. Да иди ты нахуй, все, пойди. А! Да я не пойду, я же не успею. Так, шелчит нахер. Идите нахер, я пока не соберу то, что мне надо, никуда я не пойду с вами. Своим низом, своим верхом. А как нам к базе не подбирают, то будем фармить. Где пойти, идите, идите вы нахер, придурки. Ну, слушай, последний вышел, тогда пойду дефать. Я говорю, мне вот с такой темой и дефать неохота даже. Вот изи игра была, реально изи игра была. Если Погар не тупил бы. А мы сейчас им дали расфармиться, раскачаться. Они уже были никакие, блин, мы ни в сторону снесли. Сейчас вот что-то идти, идите сносите. Уже пошли снесли.
Ладно, человек, я так прокачан, как я говорю. Первый, ульта, третий, а потом вот этот наразок, обязательно наразок. А потом все остальное. Фармим пару, время смотрите, сколько нам дают. Фармить еще дела. Хотя на свинницу, ну на вот это вот, блин. Во. Да не на свинницу, я. Во, смотрите как, во, по красоте его. Дебилоида, ну пусть сливается. Хотя они даже не говорят, чтобы там я пошел с ними. Ну чтоб три дурки. Брат, он уже выходи кушать. Да-да, сейчас уже, сейчас пойду. Он уже один заметил, что я где-то кушаю. Лажу. Сейчас уже пойду. Вы их расвидели, 35-21, а я пойду сейчас кушать. Уже пошел. Так вид был, 35-21. Теперь иди пушить. Уже пошел, придурки. Ну там посмотрите вначале. Мы вначале большое преимущество у нас было. Если, блин, не тупили. Ладно, там пару боев мы так проиграли, да. Но уже последний бой, когда, блин, я ворвался, я угорника не делал. Пошли вы нафиг с вашим пушем. Так, фармим Тараска, я не знаю. Да-да-да. Там у него пехота вся, это у него блин еще есть. Ребра что ли собираем? Давайте ребра собирать. О, она слила. Акаша тут слила это. Крендели, так, собираем, наверное, ребра. А, лимон, смотрите, он вообще его. Дебил. Yes. Ну там залагало, со стима выкинуло почему-то. Ну что, я не знаю, пойти что ли, но не смотрите, распижены, они же расфармлены, раскормлены. И видите, 37-0. А, вот стало 37-22. Но не раскормлены, смысл сейчас что-то бежать. Ну пойдемте, ладно, уже надоело мне играть. Ну и опять, я же опять говорю, первый не буду врываться, ну что? Днины, потому что днины, я же говорю, первый ворветесь и... Нища будут стоять сзади, смотреть, как вас сливают, ничего не делать. Толку, что я вот эту собрал. Толку, блин. Я и так не воспользовал, и не улетанул так ни разу. Дебилоиды. Да ладно, без него. Да идите вы нахер без него, я без него сзади буду давать. Я первый не пойду, потому что пошли вы нахер. Oh, you eat on.
Да, вы видите? Ну и что это будет? Давайте на тварь. Убираем, убираем. Нас не догонят. Нас не догонят. Нас не догонят, но не рассвижены, рассвижены, ребят. Что-то говорить. Он уже сильно рассвижен. Да, сзади где-то луна бежит. Короче, я в лес пойду, ну его нафиг, я не хочу так вот играть, чтобы дудками делать. Yes. Было хорошее преимущество, нет, блин, надо потерять его. I'm beating my cops at the moment. Пойду я в лес. Absolutely. Будем ребра собирать. Давайте, о, Майлсторм что ли взять? Давайте Майлсторм возьмем. Вот, over there. Один 24. Да, раскормили луну. Раскормили. У него баттерфляя нет. Был бы баттерфляй, мы уже давно все поуходили. In a straight line. Корм, корм, это не тиммейт, а корм. Belt one down. Bottom of the bottom. Come up. Your middle tower is under attack. Dire structures are fortified. Вот, смотрите, кто-то сюда вышел. Ааа! Нахуй, короче, разбираю. Да, еле-еле его слил, а если бы пятеро было? Ну что вы скажете? Смотрите, я чуть-чуть не умер. For you and for you. Я думаю, ничего хорошего.
А был какой кускар? Был какой он? Ладно, парим дальше. Проиграем, да зато мы хоть 6 нотов набьем. That goes down smooth. Так, баш, надо баш тебе собрать. Супер баш. Хотя бы простой баш. Ладно, пойдем сносить. Пока шанс есть, минус 2 героя. А то, может, такого шанса больше не будет. Да-да-да, вот это. Я если не посох ему не собираю, то мы его на. Давайте нафиг валим отсюда. Отсюда. Расфармить за настолько, что я не знаю. I love you, a Thunderbolt. Killing spree. Not yet. As good as an. Там все, мы им уже ничего не сделаем, они расформлены. Onward. До того расформлены уже. Вот видите, вот это вот Тима такая, Раки, Раки, Тима Ракал. Снова, блин, раскормили. Ну и что, что, пойду я тебя сливать. Зайдите в рамки. Три героя раскормят, я один, да? Я подожду на базе, конечно. Наши не боятся. I'm a bit in my... Да, они, наверное, до конца сейчас посмотрят. Это уже до конца. Ну да, это до конца. Ну я свой, а я не буду даже выходить, потому смысла нет. Видно, Тима. Ну я же говорил вам, давайте тут. Сами видели, вначале было все нормально, но придурки, смотрите. 7-13, 4-10, 4-10, 3-9. Дебилы просто расфидели. Смотрите сколько. Как тут можно выиграть? Ладно. Чуваки, с вами был Pro-Nagibator Neo Papa. Подписывайтесь на мой канал, смотрите гайды от Pro. До новых встреч, пока. Смотрите, зато я в плюсах. 5-5-3. Все, короче, пока.